Всем привет! У нас сегодня вот такая погода, пасмурно. Идет снег, крупный такой, мокрый. У нас вот тает все. Вот, и мои собачки бегают. Мы положили, значит, вот такие настилы от грязи. Ну и хватило только на немножко. Вот. В общем, у нас здесь такая земля, что нельзя пройти. Нога проваливается, затягивает. Вот. В общем, ну вот так приспособили пока. Если что, потом кое-где досок накидаем, потому что нельзя будет вообще пройти, нога будет тонуть. И тоже вот такая грязь. И эта грязь собаками носится, несется вот так вот по снегу. Вот. В общем, у нас сейчас будет такая вот грязь. Бима скачет. Да, Бима, не рви мне куртку. Вот, я не знаю, он вот такой вот щенок, он не любит, когда его гладят. Вот когда, вот видите, вот когда начинаешь его гладить, он прыгает. Вот покорябал меня. Он вот постоянно прыгает почему-то. Фу, фу, Бима. Вот так вот все время прыгает. Вот, и он не дает гладить. У нас вот еще таких собак не было, не знаю я. Сын тоже все расчистил, весь снег, и сделал вот такую гору. Вот, ну, в общем, я не знаю, если вот резко начнет таять, то я боюсь, мы будем плавать в этом месте, и как бы снова сарай у меня не поплыл. Вот. Юля наша, дверь открываем, вот немножко погуляют, походят. Курочки. Вот. Тыкву им сюда принесла покушать. Вот. В общем, вот так вот. Открыла дверь. Бимка опять мне здесь. Ну-ка, давай. Идем отсюда. Собачки наши играются. Вот так вот играют они. За шею хватает. Вот здесь вот так тоже все потаивает потихонечку. Вот она, эта гора чищенная. Вот шкуру. Шкуру валяется, козья. Не знаю, можно мусорку что ли ее выкинуть. И не знаю, куда ее, или ее теплые грядки. Ну, в общем, подумаем, что-нибудь придумаем. Вот снег потихоньку тает. Вот. Я в теплице. У меня вот такой здесь порядок. Это табак висит. Сын повесил, чтобы он сох. Вот. И, в общем, здесь вот достаточно так тепло. Вчера в обед, когда было солнце, здесь было 26 градусов. А в 4 часа дня я заходила, уже было 15. Сегодня пасмурно. У меня тут градусник, правда, кверх ногами он висит. Вот. Ну, в общем, здесь 9 градусов где-то. Да, 9 градусов тепла. Вот. Ну, в общем, вот снег тает, капает. Вот. И у меня здесь, наверное, скоро будет теплица плавать. В прошлом году здесь была вода стояла. Вот так у меня нарыли куры. Это еще осенью я их сюда запускала. Они у меня вот так вот нарыли. Снова придется делать грядочки. Вот. Ну, в общем, как-то вот так. Вот так вот. А это я. Вот. Я хочу поздравить всех с праздником. Навруз. Вот. У нас в Ташкенте мы раньше жили. 21 марта. Ну, день равноденствия всегда ассоциируется с Новым годом. Бегает Бима. Там он слышит, я разговариваю, а зайти не может. Вот, и вот хочет сюда, а зайти не может. Он слышит, я разговариваю, он бегает вокруг. Вот. И пристает все время к Микулечке. Микулечка уже у нас взрослый. Микулечка у нас уже взрослый, он не любит играться. Вот. Хоть если пират играется, то Микки нет. Он категорически против. Он всегда огрызается, рычит. В общем, не хочет, чтобы с ним это Бима игрался. Ну ладно, всем пока-пока.